Знаешь, бренд бьюти сегодня для многих женщин – это уже не просто косметика, это действительно стиль жизни, философия красоты, я бы сказала. Давай поговорим о том, что такое бьюти сегодня. Бьюти – это яркая продуктовая история. Мы с тобой точно знаем, кто стоит за этим брендом, кто является его лицом и идейным вдохновителем. Это Ольга Куликова, наш креативный директор компании APL. Идея создания этого бренда Ольги пришла, когда она была беременна. И ей хотелось совместить в продукте и эффективность, и безопасность. В общем-то, сегодня мы понимаем, что это возможно. И это воплощение нашей серии бьюти. Линейка бьюти сегодня, она максимально разнообразна. Она включает средства по уходу за кожей. Причем как лица, так и тела. Как для ежедневного ухода, так и для дополнительного ухода. Включая сыворотку, маску, скрабы в ближайшем будущем. Маски и патчи тканевые. Это различные баттеры и скрабы для губ. В общем, нас ждет еще много удивительных продуктов в этой серии. Наша компания, как ты знаешь, очень ценит целостный подход к красоте. У нас есть все необходимое для красоты снаружи, и у нас есть все необходимое для красоты изнутри. Это наша внутрикосметика Драже Бьюти Акумулит Эссей. Помнишь, я тебе говорила, что бьюти – это про стиль жизни. И сегодня бьюти – это действительно дополнительно еще и мерч. Вот такие классные футболки, худи, штаны, платочки, разные красивые аксессуары – это еще и бизнес-инструменты для работы с категорией, включая каталог, различные наборы пробников и лифлеты. Масса всего для того, чтобы и строить бизнес, и получать наслаждение. Ну и подводя итог всему вышесказанному, здесь уже все понятно. Бьюти – это фокусная категория для APL, которая открывает новые возможности для развития бизнеса для каждого нашего партнера.